К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую. Но каждый раз, без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решение Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства.